6 августа в жилом комплексе «Видный город» произошло отключение горячей и холодной воды. Первые сообщения от местных жителей об отсутствии водоснабжения начали появляться еще днем. Заложниками ситуации оказались все дома жилого комплекса, расположенные на бульваре Мстислава Ростроповича и улице Галины Вишневской. Днем отключили воду, собственно, до сих пор ее нету. Время уже вечернее. Основная проблема в том, что отсутствует какая-либо коммуникация между службами и отсутствует обратная связь от соответствующих структур. По предварительным данным, генеральным подрядчиком Фондом развития территорий по непонятным причинам была приостановлена работа водораспределительного узла. Чтобы разобраться в ситуации, на место приехали представители администрации муниципалитета и сотрудники Видновского ПТО ГХ. Вот как только запустят воду, я пойму, что у вас все нормально и вода уже поступает, значит, с этого момента я сочту возможным отсюда уехать. В результате переговоров в 21 час доступ к водораспределительному узлу был предоставлен. В присутствии местных жителей и активистов специалисты переключили запорную арматуру на вводных водопроводных камерах, и подача воды была быстро восстановлена в штатном режиме во всех квартирах жилого комплекса. Мы очень надеемся, что впредь такого не произойдет. Мы в непосредственном контакте руководства округа и с Фондом развития территории, и непосредственно с застройщиком, соответственно, с подрядчиком фонда, скажем так, кто ведет дострой этого микрорайона. И, опять-таки, мы подключаем прокуратуру, потому что прекрасно понимаем, что жители нашего городского округа не должны оказываться в подобного рода ситуации.